Сегодня 14 мая. Так, вот на эту частичку грядки я посажу зеленушку. Я видео выпускала, как я прикапывала, замачивала семена укропа и прикапывала в землю в теплице. Ну вот он набух. 3 дня прошло. Так, здесь салат. Салат, кстати, начал уже прорастать. Вон появились проросточки. Тоже посажу. И там у меня кориандр. Кориандр тоже стал прорастать. Тоже появились. В общем, сейчас сделаю бороздки. Пролью эти бороздки хорошо. И все. Также туда положу в бороздки. Вот у меня намешано опилок с дегтем березовым. Просыпала золой и буду садить. Не хватит, так вот у меня еще сухие семена есть. Посажу сухие. Это у меня крест-салат. Очень я его люблю. Так, укропчик еще. Кориандр свой. Индау. Вот это сейчас все рассажу. Но если места хватит, то посажу и лук. А вот этот закуточек у меня для капусты. Небольшой закуточек совершенно. Все, больше я и садить. Я всего по чуть-чуть. Лук сказала, не буду садить. Сама насадила уже, не знаю, сколько лука. Купила мало того, что 2,5 килограмма лука севка. Еще вот такой семенами посадила. Еще семейный у Ксюши ведро где-то было. Мы рассадили. В общем, сказала, что не буду садить лук. Ну, так всегда и бывает. Сказала одно, делаю другое. Сажаю капусту. Ну, во-первых, я вкапываю вот бутыли, разрезаю я их пополам, выкапываю яму и вкапываю туда. Вот они у меня вкопаны. Вот одна, вот вторая, третья, четвертая. Капусты у меня немного, поэтому садить я буду немного. Делаю лунку. И вот у меня есть опилок, смоченный дегтем. Я его в эту лунку. Также у меня есть зола. Посыпаю золой густо, не жалеючи. И тут у меня вода. Полью я ее, она с карбофосом, с порошком карбофоса. Вот таким макаром я. Проволочник у меня есть. Ну и думаю, что все-таки я корни защитю от всяких мышей. Они не будут, может, подползать туда снутри. Вкапываю где-то на сантиметров 25, наверное, защиту ставлю. Ну и все, и посажу сейчас капусту. Ну вот пока 3 капустины высадила, потому что еще нет у меня вот этих бадий. Вот еще 2 штучки, да, и там маленькая. Капуста еще небольшая, пускай растет. Сейчас я это все укрою спанбондом. Лук. Вот тут посадила зеленушку. Пускай быстрее все укореняется, потому что погода все равно еще такая холодная. Шляпки одела на капусту, чтобы спанбонд не ложился на нее. И все. И укрываю спанбондом. Пускай укореняется.